Дорогие друзья, сегодня заключительный день. У нас
у нас с вами этот день праздничный, но, как уже говорилось в начале нашего концерта, как уже говорилось сегодня на обеде, день этот, конечно, ну, праздничный назвать сложно. Он овеян трагическими событиями. Мы очень долго думали касательно развлекательной программы. Было очень много споров, оставлять ли, убирать вообще все. Мы, как я уже в самом начале сказала, мы решили, что лучшая память – это, конечно же, продолжать жить, продолжать наслаждаться жизнью, но все же в знак уважения к тем, кого сегодня больше нет с нами, в знак памяти они, в знак уважения к тем, кто скорбит, мы решили нашу дискотеку не делать до, вот, до последнего, до утра, а как-то мы понимаем, что у многих, ну, какие-то более сдержанные чувства. В общем, в течение